Да, каждый год мы организовывали различные мероприятия в нашей организации с 1 по 10 декабря. И в этом году то же самое мы проводим всякие мероприятия. Вот недавно прошло мероприятие с центральной библиотекой, с работниками центральной библиотеки. Тема была тоже очень интересная. Была встреча с прокуратурой, с Назаровской прокуратурой, тоже в форме диалога, вопросы, ответы. Но я считаю, что здесь, как говорят сейчас, актуальная тема. То есть вопрос-ответ, мы получили ответы, интересующие нас. Я считаю, что вот в декаду инвалидов вот желательно бы провести, конечно же, вот встречу с представителями ЦРКК и СГК. Много вопросов. Да, много вопросов у наших инвалидов по передаче вот этих вот показаний, водосчетчиков. Много вопросов, а ответов нет. Ну, вот я бы лично организовал бы вот такую встречу. Потом вторая встреча тоже желательно бы с фондом социального страхования, с руководителем фонда социального страхования. Тоже много вопросов и по курортно-санаторному лечению, и по техническим средствам реабилитации. А сейчас еще, ведь знаете, если у кого-то есть, у инвалидов, а у них у всех есть индивидуальная программа реабилитации и абилитации, где есть рекомендации МСЭК по техническим средствам реабилитации. А сейчас уже придумали электронный сертификат инвалидам. То есть они сами могут поехать в Красноярск и приобрести вот это техническое средство реабилитации. Тоже есть вопросы к фонду социального страхования. Ну и так далее. И, конечно же, самое главное, это годовой отчет, как бы, это фестиваль. Каждый год мы проводили в юбилейном фестиваль, где наши инвалиды по зрению выступали по вокалу. Ну и вот таким вот образом встречи различные. Это и с главой города обязательно, и подведение итогов работы нашей организации за год. И, значит, с депутатским корпусом то же самое. Вопросы, Но это были ответы такие всегда традиционные встречи с были. депутатами, с главой, а вот с нынешними депутатами, с нынешним главой встречались? А нет, к сожалению, нет. С главой города мы ни разу не встречались. Вообще, вот он уже работает 9 месяцев. Ну, как-то, наверное, еще человек не доехал до нас, не созрел еще, наверное, или не считает нужным, не знаю я. Вот с депутатами тоже пока мы нового созыва не встречались, кроме как председателя городского совета депутатов Мартус Ольги Владимировны. Да, к ней я могу в любое время позвонить и порешать какие-то вопросы. И мы решаем эти вопросы.